Добрый день, уважаемые наши партнеры, а также наши хорика-клиенты. Меня зовут Ирина Хаботня, и я являюсь начальником управления качества Metro Cash & Carry Украина. Мы рады вас, безусловно, приветствовать на нашем очередном вебинаре. И сегодняшняя тема – это анализ рисков во время создания меню. Но в связи с тем, что на данный момент у нас актуален это выход нового закона, нового закона номер 2639 об информации для споживачів щодо харчових продуктів. Возможно, ви очень много слышали в період различных новостей по телевидению, неоднократно, я уверена уже в этом. И в связи с этим мы решили сделать акцент на непосредственно аллергены. Сразу же скажу о законе, что закон вступил в силу с 6 августа 2019 года и является уже чинным, но также мы должны знать, что для производителей в течение 3 лет дан переходный период в связи с тем, что необходимо использовать существующую упаковку, и для вот этого периода замены, то есть для заводов, дается 3 года. Это я предварительно даю такие нюансы для того, чтобы далее нам это пригодится в сегодняшнем, на протяжении сегодняшнего нашего вебинара. Также сделаю такое отступление, скажу о том, что как и в прошлых вебинарах, так и в сегодняшнем, безусловно, мы ждем ваши вопросы, комментарии, и я, возможно, буду отвечать в период или же после вебинара, поэтому будем рады видеть вашу активность. Итак, относительно закона. Мы проговорили о том, что закон вступил в силу, что на протяжении 3 лет заводы имеют право такого переходного периода по маркировке продукции, однако все новые продукты должны производиться в соответствии с новыми стандартами, то есть требованиями данного закона. Также скажу, что данный завод касается не только наших производителей, но и наших хорико-заведений, поэтому именно поэтому сегодняшняя тема и выбрана, и она актуальна. Значение, значит, непосредственно в данном законе выделен раздел, который касается аллергенов. И на данном слайде вы можете видеть, есть несколько вариантов, каким образом аллергены должны быть выделены уже непосредственно на маркировке. Почему для нас это важно? Так как в соответствии, забегу немножко наперед, но в соответствии с данным законом, все наши потребители должны быть осведомлены и делать свой выбор ясно и прозрачно, как в магазинах при покупке товаров, так и непосредственно во всех заведениях хорики при заказе для себя блюд. А мы, создавая свои ХАС-планы в заведениях хорика, а также создавая анализ рисков по непосредственно аллергенам, мы должны понимать, откуда же мы возьмем с вами информацию. Информация по аллергенам берется непосредственно на маркировке товаров, которые поступают в хорико-заведению. И вот эта маркировка, она может в свете требований стандартов данного закона, она может выглядеть в трех видах, в трех вариантах может быть обозначено на товарах. Это, как вы видите, первое, это может быть выделено шрифтом, или же цветом, или же стилем в разрезе указания ингредиентов. Также может быть выделено словом непосредственно, что аллерген мистить, и может быть указано перед названием продукта на этикетке, или же в перечне непосредственно ингредиентов. И также третье требование данного закона, что вся информация должна быть четко понятна непосредственно конечному клиенту, клиенту хорика заведений, клиенту также всех наших ритейлов. Итак, требование данного закона, что покупая, будь то блюдо, заказывая в ресторане, будь то покупая товар любой пищевой в магазине, потребитель очень четко должен понимать, содержит ли данный товар или блюдо аллерген и непосредственно какой аллерген.
Также мы видим на следующем слайде, да, что в данном законе, и этот закон уже гармонизирован с законами Европейского Союза, выделено 14 аллергенов. То есть это непосредственно, хочу, чтобы вы сделали, обратили внимание на то, что 14 аллергенов, указанных на этом и следующем слайде, это те аллергены, которые мы должны с вами использовать в нашей оценке риска при непосредственно ХАСП-анализе, а также при составлении меню. Ну, вы видите, что здесь указаны аллергены, которые часто встречаемые, да, это яйца, рыба, молоко продукта, злаки, которые содержатся практически во всех мучных либо булочных изделиях, также это моллюски, горчица и так далее, все 14. Еще раз акцент, что это непосредственно те 14, которые мы сегодня и будем оценивать. На следующем слайде указаны фото товаров. Я непосредственно взяла в нашем ритейле, да, спустилась в магазин и сделала фотографии, потому что мы как производитель также своего бренда, безусловно, уже мы не ожидаем этих 3 лет, мы уже сегодня прорабатываем свои технические текста. И, в принципе, вы можете на данном слайде посмотреть различные варианты. Да? Вот если мы берем морской коктейль, то вы видите, что кальмар, мясо мидий, осьминоги, креветки – это то, что входит в состав 14 указанных в законе. И в законе мы с вами уже проговорили, указано, что один из вариантов выделения – это жирным шрифтом. Следующий слайд – соус сырный. Следующий слайд – соус сырный. Вы также видите, что мы также выделяем непосредственно, в составе ингредиентов, или же у нас также существует маркировка, когда мы можем писать вторым способом «мистеть». То есть, еще раз делаю акцент, когда вы проводите свой входной контроль при заказе товаров непосредственно уже в наших хорико-заведениях, то для вас одним из источников информации это могут быть непосредственно маркировка на товаре, так как в соответствии с новым, в соответствии с законом, который Майджи же чинный с 6 августа, производитель обязан указывать одним из вариантов аллергены. Для того, чтобы понять, для чего мы оцениваем данный риск, аллерген является одним из 4 рисков, мы должны понять, что же это за риск аллерген, какая причина его возникновения и каким образом мы должны управлять данным аллергеном. Итак, в Европе существует уже культура на достаточно высоком уровне, и хорико-заведения, рестораны, кафе в обязательном порядке информируют своего клиента о том, что одним из способов, которые мы рассмотрим далее, о том, что в меню содержатся аллергены. Также мы знаем на данный момент, что единственным путем во избежание возникновения аллергенной реакции на данный момент во всем мире ничего другого не придумано, да, а единственным правильным решением это есть отказ от данного блюда, содержащего аллерген.
И также, что такое пищевые аллергены? Пищевые аллергены – это те продукты, на уровне законодательства определено 14 на уровне закона. Мы понимаем, что, по сути, клиенты могут иметь аллергию и на какие-то другие продукты, которые не содержатся в списке 14. Но согласно существующего законодательства, мы обязаны информировать о 14 в случае, если они содержатся в нашем меню. И непосредственно, что же такое аллергия? Аллергия – это от греческого слова «другое действие», то есть это сверхчувствительность организма непосредственно на какой-либо продукт, который не вызывает подобной бурной реакции у всех других посетителей, скажем, наших заведений. И проявляется данная аллергия в... Проявляется данная аллергия в виде двух таких реакций, да, организма, которые не требуют, скажем, такого вмешательства, вызова скорой помощи. Это непереносимость, она может быть в виде покраснений, в виде слабых реакций, но которые не грозят жизни человека. Она, может быть, и требует, в данном случае, это уже, скажем так, обычно аллергики знают, да, какая им необходима помощь. Она, может быть, и требует медикаментозного вмешательства, но не грозит жизни человека. И вторая, это называется истинная аллергия, когда в обязательном порядке, если не вызвать скорую, то это, в принципе, летальный исход. Скажу в общем, что если мы говорим для нашего общего понимания, то аллергены, они делятся на экзогенные и эндогенные. Экзогенные – это которые поступают к нам извне, и наши пищевые аллергены, они также относятся к экзогенным. И второй тип – это эндогенные, это которые связаны непосредственно уже с хроническими заболеваниями. Понятно, что мы на них останавливаться не будем. Итак, мы проговорили про два типа аллергии. Самый опасный является анафилактический шок, это бурная реакция, и та реакция, которая в обязательном порядке требует от нас вызова скорой и грозит жизни непосредственно клиенту нашего заведения. Поэтому здесь несколько аспектов и важности данной темы. Это, безусловно, первое, это наш клиент, да, это, безусловно, нам не нужны, мы должны соответствовать, быть в соответствии с законодательством, и для себя цель этого вебинара для того, чтобы дать вам знания и дать даже практически показать, каким образом рестораны проводят анализ рисков, они находятся в сфере законодательства в случае проверок, у вас есть документ для того, чтобы, и для того, чтобы пройти проверку. И второй момент, это безусловно мы понимаем, что это также наши репутации, это лишние хлопоты, поэтому потребитель, наш клиент, он должен быть до момента заказа блюда, он должен четко понимать, какое блюдо он заказывает и чем ему оно грозит. Некоторые симптомы мы видим, это то, что мы перечисляли, да, это дерматиты, это могут быть и повышение артериального давления, и плохое состояние. Вот. Но, как мы проговорили, самым таким страшным симптомом это является все-таки анафилактический шок. Итак, мы с вами знаем, что аллергены – это один из рисков, и мы с вами понимаем, что, как мы говорим, период оценки рисков, мы понимаем, что очень часто в реальной жизни мы не можем свести риск до нуля, и в данном случае мы понимаем, что мы не можем исключить аллергенные продукты из ресторанов и не должны это делать, а мы должны правильно управлять данными аллергенами. Управлять значит контролировать. Каким же образом мы можем управлять аллергенами? Это осведомленностью персонала о том, что такое аллерген, каким образом мы должны составлять наше меню, рецептуры. Далее, это важным моментом, это является мойки, уборки.
мы рассмотрим каждый процесс отдельно. Затем это сырье, ингредиенты, поставщики наши также участвуют в нашей оценке риска. Упаковка, разработка новых продуктов и рецептур. Это оценка рисков по данному, по риску аллергены при разработке. А также производственное помещение, оборудование, поточность. То есть в каждом из процессов мы должны проанализировать данный риск. Итак, первое. Что касаемо персонала. Сделаю небольшое отступление. Мы с вами проговорили о том, что есть меню, о том, что есть четко заведомые ингредиенты, которые являются для нас аллергенами, и мы четко понимаем, что данное блюдо содержит аллергенный ингредиент. Об этом очень четко должен знать потребитель при заказе. Повторюсь в очередной раз. Это у нас одна сторона очень важная, и есть еще вторая сторона при оценке рисков. Мы также понимаем с вами, что наш персонал также должен понимать, что такое аллерген, и мы также с вами должны понимать, что при использовании одного и того же оборудования без мойки, без переходов, да, использование одного инвентаря, вторичная переработка продуктов аллергенных. Этим всем мы также можем привести к перекрестному заражению даже тех ингредиентов, которые изначально не являются аллергенными. Поэтому, первое, персонал всегда должен, и это должно быть прописано в наших процедурах и быть нашим правилом, в обязательном порядке должен мыть руки после непосредственно приема еды, до и после. После в обязательном порядке делаем акцент на то, что ваше меню может не содержать аллергены, но наш персонал может приносить с собой, употреблять свою пищу, и не помыв, эта пища может быть аллергенной, и не помыв руки, потом приступив непосредственно к процессу приготовления блюд, перезаразить неаллергенные, контаминировать, да, заразить неаллергенные продукты данными аллергенами. Поэтому здесь есть два выхода. Первое – это обязательная мойка рук, что должно быть в обязательном порядке. Но второе – это иногда заведения принимают для себя такие решения. Это только выбор заведения, когда может быть запрещено непосредственно персоналу приносить для личного приема пищи аллергенные продукты. Обычно это вывешивается, это характерно для производств, где есть открытое производство продуктов. Обычно ознакомливается персонал, вывешивается 14 аллергенов в соответствии с законодательствами, и эти продукты запрещены приносу из дома на работу в бытовые помещения. Также это контроль за употреблением. Ну, то же самое вы можете для себя организовать: контроль, мойка рук, не вынос из личных бытовых помещений еды для приема пищи и так далее. Также это должно быть включена стирка одежды, потому что мы с вами понимаем, что во время наших производственных процессов, если мы работаем с аллергенными продуктами, то на своей одежде мы можем перезаражать точно так же неаллергенные ингредиенты. Контроль за вторичной переработкой. Если у нас остаются в производственном процессе остаются остатки, но которые пригодны для приготовления других блюд, аллергенные продукты, мы четко должны понимать, где они находятся, в каких непосредственно емкостях, и никоим образом вот эти остатки не должны также контаминировать аллергеном непосредственно неаллергенные наши продукты, ингредиенты. Точно так же контроль за отходами. Аллергенные остатки, они, безусловно, могут находиться со всеми отходами, но мы четко должны понимать, что это не должно быть разбросано. То есть все наши нормы и правила, касающиеся сегодняшнего существующего законодательства. И
также это может быть, персонал должен знать, то точно так же решается только на уровне непосредственно заведения использование или отдельного оборудования, или иногда мы понимаем, что мы не можем использовать отдельное оборудование, поэтому мы четко должны понимать, что для того, что, если мы используем или поточность сначала на этом оборудовании, мы используем его для производства неаллергенных блюд, а в конце уже аллергенных, и затем оно замывается, да? Или же, если нам необходимо поменять местами, использовать оборудование для аллергенных ингредиентов, а затем неаллергенных, тогда наше правило должно быть, это после использования аллергенных ингредиентов мы должны в обязательном порядке проводить процесс мойки и только затем это оборудование использовать под неаллергенные ингредиенты. Это касается и ножей, это касается разделочных досок и так далее. Все, что может нам реконтаминировать наши продукты. Следующим нашим разделом, процессом, который мы также должны с вами проанализировать, это сырье и наши поставщики. Так как в том случае, если производитель производит несколько продуктов, и один, например, или два, неважно, да, какое количество из продуктов есть аллергенным, то точно такая же в случае несоблюдения правил по оценке рисков, точно так же может быть данные продукты, товары, покупаемые вами, они могут быть контаминированы. Почему я сразу же в первых слайдах сделала акцент на этикетке? Иной раз мы можем видеть на неаллергенном продукте такие фразы «мистить следы». То есть это говорит о том, что производитель очень четко понимает, что на данной линии производственной производилась аллергенная продукция, и производитель сам не исключает того варианта, что в уже в неаллергенном последующем товаре могут находиться остатки непосредственно аллергенов. Мы для себя должны это знать и понимать. Также, получая от поставщиков товар, мы можем запросить спецификацию, где это также прописано. И в случае изменения аллергенов, в случае изменения рецептур непосредственно у производителя, а также изменения рецептур непосредственно у нас в заведениях, мы всегда должны проверять, опять-таки, не включены ли снова один из 14 аллергенов, которые указаны в законе. Упаковка. Упаковка нам важна. При поставке товаров мы должны проверять герметичность упаковки в обязательном порядке, так как если у нас рассыпается аллергенный товар, этот товар может контаминировать неаллергенные. Также в случае замены упаковки мы в обязательном порядке должны проводить анализ рисков на аллерген, но это касается больше не хорика заведения, а все-таки производителей, и мы это с вами должны также увидеть в маркировке. И самое важное, это могут возникнуть проблемы в том случае, если товар некорректно, неправильно маркирован. То есть в данном случае мы говорим о том, что когда продукт содержит аллерген, но производитель не указывает этот аллерген, ну, в случае каких-либо ошибок. То есть это тоже очень важный момент. Итак, что важно для нас? Для нас важно во время того, когда мы принимаем товар в свои хорико-заведения, мы в обязательном порядке должны проверить маркировку у себя и изначально при заказе того или иного товара и введении данного ингредиента в наши рецептуры в блюдо мы также должны проверять и проводить оценку рисков, еще раз повторюсь, на вот эти аллергены. Также мы должны проверять целостность, это то, что мы говорили ранее, и одним из обязательных условий – это правильное хранение.
Обычно аллергенные товары хранятся отдельно. Не обязательно отдельно, идеальный вариант, это если есть отдельно в помещениях, но мы понимаем, что это не всегда, даже часто это нереально, поэтому мы должны четко понимать, что этикет, это должно быть в каком-то отдельно, да, от ингредиентов палета, да, или отдельное место, отдельная полка. Обычно эта полка должна быть подписана, аллергенный продукт, в обязательном порядке герметичная упаковка. И, в принципе, это все. И наши сотрудники должны знать, что означает аллергенная маркировка, и понимать это очень четко для себя последствия. На данном слайде указано порядок складирования и хранения. Это как один из примеров. Вы, в принципе, можете тоже взять это для себя как хорошую практику. Я не буду, в принципе, сейчас, но вот обычно, что касаемо вот таких, как кунжут, орехи, это обычно хранится отдельно, безусловно, рыба отдельно, вот, и остальные продукты можно развести полками. При условии, безусловно, температурных режимов непосредственно при хранении. Тут не обсуждается даже. Следующий процесс, который в обязательном порядке нам также важен, именно важен для переноса случайного нами у нас в наших заведениях. Это производственное помещение, это наши процессы и наше оборудование. Безусловно, используется или, как мы уже проговорили, специально обозначенное оборудование, или вариант разведения во времени мойками, или планирование сначала производства неаллергенных, потом аллергенных, после чего заканчиваем мойкой. Физическое разделение, планирование потоки в мойке и управление отходами, также мы проговорили, и это как хорошая практика. Иной раз это может быть даже кодировка цветовая. Это касается и нашего производственного оборудования, там тех же ножей, да, красные могут быть только для использования аллергенных продуктов. Вот. Или же, например, это в обязательном порядке может быть маркировка. Но каким-то образом, да, мы должны идентифицировать и должны разводить еще раз для того, чтобы не было у нас внутри перекрестной контаминации. Мойка и уборка. Для мойки и уборки тут больше касается, я так скажу, мойки и уборки инвентаря, который мы используем для нашего оборудования, для столов и именно для посуды. Здесь точно так же, если мы не уверены, да, в том, что наша мойка даст четкое отмывание от аллергенов, или же какая-то ветошь, которую мы используем во время производственного процесса, то точно так же мы должны четко понимать, что мы не реконтаминируем наше оборудование аллергенными продуктами. И самое главное, мы с вами очень четко для себя прояснили, что такое аллергены. Мы для себя прояснили, какие последствия наших аллергенов. И вот на данном слайде, да, мы проговорили о том, что наш клиент должен делать осознанный выбор с учетом понимания, страдает ли он на аллергию от каких-либо продуктов. На данном слайде один из примеров, каким образом ресторан реализовал данное требование. Вы видите в левом углу, это список аллергенов, в данном случае 15, то есть больше мы можем указывать, но 14 обязательных, согласно законодательству, должны быть. В обязательном порядке вы видите, ресторан указал список аллергенов, и для простоты
возле блюд указал, какие из аллергенов относятся к данным непосредственно блюдам в меню. И также на этом слайде указаны варианты, каким образом мы можем информировать и обязаны в соответствии с законодательством наших клиентов. Это предоставить список аллергенов, то, что указано на слайде, и поставить знак. Также можно повесить доску или плакат с перечнем аллергенов и в устной форме непосредственно уже информировать нашего клиента о наличии аллергенов. На следующем слайде мы с вами рассмотрим как такой теоретический, но практикум, каким образом вы можете непосредственно у себя в ресторане разработать подобное меню. Так, сейчас. Итак, значит, вы видите табличку, в которой указано под номером 1-2, это номера непосредственно уже блюд в меню. И в номер 1 мы прописали состав ингредиентов. Мы с вами уже проговорили, что непосредственно состав вы берете из маркировки на ваших товарах вдоль всей строки параллельно указано 14 ингредиентов согласно законодательству. Вы видите, злаки, ракообразные, яйца и так далее. То есть каждый раз вы возвращаетесь для оценки рисков, вы возвращаетесь к блюду. Первое, мы, например, смотрим злаки. Мы просматриваем состав непосредственно вашего блюда, и если злаки присутствуют в вашем блюде, вы ставите «да». Следующие ракообразные. Возвращаемся опять-таки к составу нашего блюда. Это второй столбец. Если данный аллерген не присутствует, мы пишем «нет». Итак, мы анализируем наше блюдо в порядке от 1 до 14, шаг за шагом, по каждому аллергену. В итоге вы видите, что мы в результате видим, что блюдо номер 1 содержит 3 аллергена. Это аллерген, мы можем его указать в нашем меню 1, 3, 7. Точно так же мы провели оценку рисков по второму блюду. И во втором блюде нашем мы видим, что данное блюдо содержит уже непосредственно также 3 аллергена, потому что рыба, мы видим 2 разных видов рыбы, и поэтому мы указали так-так непосредственно через запятую, но по сути для нас это один аллерген, да, и независимо от видов рыбы мы понимаем, что клиент может страдать на непереносимость непосредственно аллергена, указанного в законе, как в одну группу рыба. Поэтому по факту мы понимаем, что в данном меню мы должны указать возле непосредственно этого блюда, это номер 3, 4 и 9. Безусловно, уважаемые партнеры, это есть один из видов, это не есть обязательным, и вы не обязаны в обязательном порядке именно таким образом отображать в своем меню наличие данных аллергенов, но это одна из хороших практик, которую вы можете уже сегодня взять для себя и использовать как один из вариантов для того, чтобы быть непосредственно в свете всех тех требований сегодняшней реальной жизни, да, требований законодательства, вот, а также, скажем так, повышение культуры, потому что в любом случае на сегодняшний день все мы движемся вперед, и мы непосредственно, как ваш партнер, стараемся, да, предоставить вам уже не просто требования законодательства, а какие-то решения, уже сегодня существующие.
Итак, таким образом, да, непосредственно проведя вот такой вот анализ рисков, как один из вариантов, который мы вам предлагаем, вы можете составить таким образом для себя меню и быть в соответствии с законодательством. Уважаемые партнеры, хочу сделать еще один акцент. Повторюсь в сотый раз. Мы очень четко можем указывать и знать с вами аллергены, которые содержатся в нашем меню. Но есть случайные аллергены. Это те, которые могут попасть в наше меню при несоблюдении всех тех процессов мойки, хранения, герметичности упаковок, поточности производственных процессов, которые мы с вами также проговорили. Спасибо вам огромное за внимание. Безусловно, мы ожидаем от вас вопросы. И вы свои вопросы можете задать нам и уже и после вебинара. И огромное спасибо. До встречи на следующем вебинаре.